Друзья, я хотел бы, чтобы мы обратились к Священному Писанию и вспомнили момент, на котором вчера мы остановились. Бог не стыдится называть их своими детьми. Не стыдно за тех, кто правильно живет. Друзья, желаю всем нам прожить жизнь так, чтобы не стыдно было смотреть Ему в глаза. Аминь. Занимайте, пожалуйста, места. Итак, это послание к евреям. Послание к евреям, напоминающее нам о том, что Бог видит, как мы ходим перед Ним. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Когда мы говорим о хождении перед Богом, мы одновременно можем использовать слово «восхождение». Хождение, восхождение. Русский язык, урок русского языка для американского контекста, в чем разница? Восхождение – это подниматься. Песнь «Восхождение» – это всегда подъем. Когда мы поднимались к Иерусалиму, гид сказал, вот видите, автобус плавно поднимается ввысь. То, что ощущаете вы сегодня быстро в современном автотранспорте, когда-то паломники испытывали через медленное поднятие всей массы людей, которые шло на поклонение в Иерусалим. К храму нужно было подниматься. Песнь восхождения – это песня подъема. На пути можно петь, на пути можно молиться, на пути можно готовиться. Другими словами, есть еще расстояние, шаги, как возможность подняться на новую высоту. Для меня изучение Писания, для меня лично, это возможность совершить этот подъем. Песнь восхождения сегодня. Нам не нужен храм. Паломничество в Иерусалим, да, наверное, нет. Это просто посещение великого города, как возможность соприкоснуться с историей. Паломничество как необязательный фактор, в отличие от ислама, где хадж является обязательным для правоверного мусульманина. И все же я благодарен Богу за визит в город Иерусалим. И не без вашей церкви одно такое путешествие в моей жизни состоялось, за что вас и благодарю. Возможность соприкоснуться со святыми местами. И я уже говорил вам, что я привез с собой из Иерусалима. Я привез чувство расстояния. Когда пешком идешь по этим улицам, закрытыми глазами читая Библию, я знаю, сколько с Елеонской горы до Гефсиманского сада. Сколько от Гефсиманского сада, если пройти пешком через поток Кедрон, пусть даже высохший сегодня, сколько до дома Каяф? Сколько это? Это все можно получить, посетив город Иерусалим. Это была бегущая строка, рекламная акция. Это стоит того. И все-таки посещение Иерусалима не обязательная составляющая жизни верующего человека. Потому что подняться к Господу можно здесь, подняться к Господу можно здесь и сейчас. Пусть любое богослужение будет для нас своеобразной дорогой восхождения. И пусть песнь звучит в нашем сердце. Я помню свою первую проповедь. Не знаю, если вы помните свою первую проповедь. Официальная проповедь. Я не беру проповеди, которые мы говорили между студентами. Это миссионерская школа. До этого я уже несколько лет свидетельствовал о Господе везде. На улицах, автовокзалы, ЖД-вокзалы, в разных городах. Мое благовестие начиналось вне молитвенного дома. Где только можно было, свидетельствовал о Господе. Мой путь начинался там. Потом миссионерская школа, проповеди перед Богом и друг перед другом. Это были студенты. А потом был день выпуска, graduation service, и студенты голосовали, кто от лица всех будет проповедовать на выпускном. Бросили маленькие бумажки в шапку, перемешали. Да зачем перемешивать? Просто достали и посчитали. И группа доверила мне говорить это слово. До сих пор помню. Первая честь и доверие моих братьев и сестер по вере, которые учились со мной в одной группе. Первая проповедь. 10 минут. Мне сказали, что программа будет серьезной, строгой. Американцы вели преподаватели эту программу в Центральной Баптистской Церкви Кишинева. Кто бы знал, что я потом стану пастором и ответственным пастором этой церкви. А тогда я был просто студент, первая проповедь, мокрая рубашка, до сих пор помню, часы на кафедре.
Брат Виктор Семенович знает, мы там проповедовали вместе. Часы на кафедре, надпись «Дорожите временем». Я помню это. И мне сказали, ровно 10 минут, потому что если зайдешь больше, подведешь всех остальных. И я выдержал эти 10 минут, и до сих пор помню эту цифру. Два раза так чувствовал себя напряженно в то время. Первый раз, когда в роддоме дали дочку, первая дочь. И второй раз, вот эта проповедь. Это ответственность, это серьезно. О чем я говорил в своей первой проповеди? Лишь одна мысль. Книга притчи 15:24. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Это движение по восходящей. Это песнь восхождения каждого из нас. Заложена еще там, в Ветхом Завете. Путь жизни рассудительного, современные переводы. Путь жизни рассудительного всегда движение вверх, чтобы спасти себя от наказания. Спасти себя от погибели. Все дела мудрого ведут к успеху в жизни и хранят его от смерти при условии, что он движется к небесам. Различные современные переводы – это попытка предостеречь нас от падения вниз. Поэтапного, если это по греху каждый день и равнодушие ко греху, или резкое, когда выбираем отказаться от Божьих истин, предавая отношения с Богом за один раз. Какое-то серьезное отступление, напоминающее отступление Иуды. Книга «Экклезиаст», предложенная мною вам для начала наших дискуссий, потому что книга «Экклезиаст» будет всплывать, и все же я предложу вам материал вокруг книги «Экклезиаст», который выходит за пределы этой книги. Книга «Экклезиаст» – суета-сует. Еврейское слово, которое можно было бы перевести на русский язык как «пар», «дым», то, что быстро исчезает и рассеивается. Это чайник, утром пар, свисток, шум, но потом все это исчезает. Это дыхание в морозную ночь, и ты видишь, как выходит пар. Эта книга интересно читается в любых уголках мира, и там, где жарко, и там, где холодно. Другими словами, Экклезиаст хочет сказать, все то, что некоторые люди делают столько важным, что думают, что вечно так будет, на самом деле в глазах Бога просто пар. Стоит ли этому отдавать свою жизнь? Другими словами, погоня за ветром и за дымом, наверное, не удел мудрых людей. Читая эту книгу, я для себя делаю выводы. Если уж отдавать жизнь чему-то, то чему-то стоящему. А если речь идет о том, что Христос – это истина во плоти, живая личность, с которой можно построить отношения, то не чему-то, а кому-то. Единственное, ради кого стоит жить? Это ради отношений с Иисусом Христом. Я так живу. И надеюсь, каждый из вас. Я даю свое свидетельство. Это не позиция гордеца, это позиция человека, который благодарен Богу за то, что он просветил тьму моего сердца. Слова Экклезиаста. Слова Экклезиаста, предложенные нам, это одновременно размышление над физикой, одновременно размышление над природой времени. Природа времени циклична. Природа времени – это сплошной бегущий круг и одновременно линейность. Как мы воспринимаем время? Линейно, европейцы. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Как воспринимают азиаты? Все движется по кругу. В книге Экклезиаст есть обе составляющие. Ничего нет нового под солнцем. Что было, то есть, и в принципе, то и будет. Люди приходят, уходят, рождаются, снова суетятся и снова исчезают. И не извлекая уроков из грехов тех, кто жили, люди снова суетятся. Другими словами, если бы мы сразу усвоили один раз и навсегда урок, мы бы не повторяли ошибок прошлого. Но нет, грешники множатся в каждом поколении. Грешники там множатся в каждом поколении, но ты не будь одним из них. Вот она, мудрость, предложенная в этой книге. И так все повторяется. Реки текут в море, но они не переполняются. Круговорот воды в природе, потом мы это будем учить в школе. Уроки природоведения, правда? Реки текут в море, потом солнце, испарение, облака, и снова все это садится на горы, и снова спускается в долину. Это цикличность. А линейность?
Молодость не повторяется. Человек рождается и умирает. Послание к евреям: человеку положено один раз умереть, а потом суд. Не надо думать, что жизнь циклична. В конечном итоге все предстанем на суд Христов, если речь идет о верующих, или суд Божий в целом, если говорить о суде у Белого престола. Другими словами, обе правды, цикличность и линейность, мы находим в книге Екклезиаст. Но правда линейная, отсюда мы идем в небеса. И если пропустить тот шанс, который Бог по милости дает здесь, этот шанс не повторится больше никогда. Книга Екклезиаст. Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме: суета-сует, сказал Екклезиаст, суета-сует, все суета. Ну что ж, попытаемся через современные какие-то средства достучаться до сердец. Расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру КХЛ. Есть у вас версия? Подсказка прямо в этом рисунке. Это sign language, язык жестов, язык символов, язык знаков. Готовность расшифровать есть? Говорит, версии есть, страшно озвучить. Неужели это про это? А подсказка прямо в середине. И у меня была возможность, в детстве занимался спортом много, в молодости занимался хоккей, футбол, больше футбол, хоккей. КХЛ расшифровывается просто. И здесь США, я бывал на хоккейных матчах НХЛ, континентальная хоккейная лига. Запомните, пожалуйста, аббревиатура расшифровывается. За каждой буковкой стоит какое-то слово или концепт — континентальная хоккейная лига. Вот попытайтесь по-еврейски это прочитать. Русский вариант подачи еврейской мысли. Евреи пишут только согласными буквами. Гласные буквы появятся потом. Это масореты потом ведут систему гласных для того, чтобы легче было читать эти буквы. Преподаватель еврейского языка вот здесь, если хотите, консультируйтесь. Брат Виктор в университете преподавал иврит. Вы знали об этом? Нет? Он скромно отмалчивает. Настоящий еврей никогда не скажет правду. Да? Подождет, когда остальные догадаются. Нет, нет, не потому что он говорит неправду. Подождет, когда остальные догадаются. Он скромен. Не знаю, я таким знаю Виктора Семеновича. Он очень скромный, преданный Богу человек. Он преподавал иврит, азы иврита. КХЛ. Как они читаются? КХЛ. Видите ли, любой язык, особенно еврейский, это как конструктор. Те же буквы. Я вчера говорил «шломо» и «шалом», да? Те же буквы. Только между ними мягкие буквы расставляются по-разному. А «шелеме» и в слове «шлома» — «соломон» и в слове «шалом». КХЛ. Перед вами слово «кахал». КХЛ. КХЛ. КХЛ — это собрание. Это мы КХЛ. КХЛ Яхве — это собрание Иеговы. КХЛ. И книга «Кохелет» тоже содержит КХЛЭ. КХЛЭТ – это и есть Екклезиаст. То есть, другими словами, это собрание, это проповедник, который обращается к собранию. КХЛ – это собрание, КХЛЭТ – это проповедник, который обращается к собранию. Как у нас переведено это на русский язык? Екклезиаст. Что в корне? Слово «экклесия». Что такое по-гречески «экклесия»? Это церковь. Екклезиаст – это перевод слова «КХЛЭТ». Другими словами, русское название – скорее продиктовано греческим вариантом Ветхого Завета, знаменитый Септуагинт. Человек, который обращается к собранию. Есть даже версии, что это последнее слово царя Соломона, которое он хотел оставить своему народу. Он уже понимает, что натворил. Он уже понимает, что всего не исправить. Он пытается исправить хотя бы то, что возможно. Дай-ка я скажу людям, что мудрость, которую дал мне Бог, я не использовал по назначению. Потому что умножение количества женщин есть нарушение завета. В Ветхом Завете были заложены правила. Нельзя было умножать коней, что, в принципе, Соломон тоже оставил в стороне. Осуетился. Соломон пишет о суете, которая поглотила, как воронка, его самого. Если человек говорит правильные вещи, это еще не значит, что он сумел обойти все минные поля в своей жизни. Пожилой человек хочет сказать людям, которые идут за ним: не повторяйте моих ошибок. Не услышать КХЛЭТа
не услышать проповедника, который обращается к экклесии, это значит не усвоить урок мудрости. С братом Андреем по дороге мы размышляли об этом. Интересно, если все-таки действительно согласиться, условно, но согласиться, что в молодости он написал песни песней, повзрослев, он написал книгу притчи, и только к старости, прожив жизнь, он написал книгу «Экклезиаст», то слова «начало мудрости, страх Господень» он пишет в книге притч. Правда? «Начало мудрости, страх Господень» – это книга притч. Потом он об этом напишет в «Экклезиасте». «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека, бойся Бога». О страхе Господнем он напишет в конце жизни. Он не отменит этой истины. Только между притчей и «Экклезиастом» он покажет, что он сам так не жил. Были ошибки. И мы здесь не для того, чтобы его судить. Мы здесь для того, чтобы попросить у Бога мудрости, сил не повторить этих ошибок. Признаются в грехах только сильные люди. Грехи делает человек несовершенный, а кается человек мудрый. Сами решайте, в какой компании вы хотите остаться. Признаться во грехе. «Тебе единому согрешил я, лукавое пред очами твоими сотворил». Это покаянный псалом Давида. Я проповедовал пожизненно заключенным в тюрьме, откуда нет выхода. И пожилой мужчина сказал, что он читает Псалом 50 каждый день. Каждый день. Он стал верующим в местах заключения. Прожил жизнь, обижая Бога каждый день. И только здесь, оказавшись в таких обстоятельствах, он читает слова Давида и говорит: «Духа твоего святого не отними от меня». Почему надо довести все до тюрьмы, чтобы понять, как надо жить? Господи, помоги людям, помоги всем нам. Моя позиция – это не молитва совершенного человека, а молитва человека, пребывающего в страхе Божьем. Я прошу у Бога сил прожить достойно мою жизнь перед Его лицом. Кохелет, проповедник, обращается к современному кахалу или по-гречески к современной экклесии, церковь благодать. И все, кто смотрит или будет смотреть, давайте молиться Богу. Что же хотел сказать Кохелет? Кохелет хотел сказать о развлечениях. Развлечение – часть нашей жизни, то, что мы называем фан. Если это отдых после служения, перед очередным служением, то да, разумный отдых, праздник. Праздник, улыбка, песня, расслабление в пределах дозволенного. Все это приветствуется Богом. Шаббат – это подарок Бога человечеству. Возможность отдохнуть – перевести дыхание. В шаббат должны отдыхать все, даже раб и рабыня, и даже скот. Бог заботится обо всех. Концепция выходного дня, заложенная в законе, это было очень прогрессивно. Но попечение о плоти, мы вчера этот стих, который подарил нам апостол Павел, озвучили: попечение о плоти не превращайте в похоти. Соломон попробовал все. Деньги ему позволяли реализовать любую мечту. Допускаю, что в этом зале люди уступают Соломону по возможности реализовать свои мечты. В конце жизни он написал: «Радости я в этом не нашел. Временную, ну конечно, вечную нет. Состарившись, ему было неинтересно. И то, что катер был, и то, что вертолет был, и еще что-то, сейчас с Богом встречаться. Что с того, что было, если сейчас предъявить нечего? Быть богатым – это значит понимать учение Иисуса Христа, копите сокровища на небесах. Это не значит, что вам нельзя катер, это не значит, что я с вами на нем не поеду на рыбалку. Если вы можете себе позволить, если это посредством, если вы отдыхаете и служите через это другим, если можете, если это не грех, если это не отвлекает от всех остальных обязанностей мужчину, если он находит время для общения с детьми, женой и для миссионерства, другими словами, список можно продолжить. Заслуженный отдых, он ваш. Но дал бы Бог, чтобы я и вы отдыхали действительно заслуженно. К концу жизни он уже ничего не может исправить. Он только хочет сказать: в развлечениях вечного смысла и радости я не нашел. Развлечение, книга «Экклезиаст», богатство, он об этом тоже пишет.
Соломон самый богатый, один из. Если соединить богатство и развлечения, тут интересный блок, он мог себе позволить. Он насадил сады, ни у кого такого не было, музыканты, да какие угодно, все были при его дворе. Он пытается это сказать в своей книге. «Услаждал я душу мою, как только хотел». К концу жизни все это ушло, остаешься один на один, ничего нет. Богатеть надо в Бога. Новый Завет – это учение Иисуса Христа, мудрость которого превосходит мудрость Соломона. Мудрость – чтение книг, знать многое и знать главное – это не одно и то же. Да, я люблю читать, я вырос среди книг. Я лично, это мое детство, это моя мама, это воспитание, мой брат, мы выросли среди книг. Книга была моим другом, я путешествовал с помощью книг. Разного рода. Это не только христианская литература, это мировая литература вообще. И с Соединенными Штатами я познакомился прежде всего через книгу «Зверобой» Фенимора Купера. Я не знаю, если вы понимаете, о чем я. Различные книги давали возможность путешествовать. Ведь у советского человека при закрытом железном занавесе было две возможности. Передача «Клуб кинопутешествий» или книги. Кто бы тогда сказал, что потом можно будет еще и за океан переехать и посмотреть мир и даже потрогать. Читать надо, но прочитать все книги мира и не прочитать Евангелие, это значит не прочитать главное. Знаете как, если уж так, то лучше Евангелие и больше ничего. Иду ли я против книг, преподаватель университета против книг? Да, конечно, нет. Но Павел познакомился с Грецией, Коринф. Он увидел, какие они начитанные и мудрые, но Христа нелегко принимали. И тогда Павел принимает решение, я у вас ничего не хочу знать, кроме Христа. Удивительно, он не против книг. Но когда люди, знаете как, а, Христос, ну давайте добавим еще одну книжку к уже купленным и хорошо смотрящимся на полке. Нет, друзья, Евангелие – это не одна из книг, это единственная книга, которая говорит о грехе и о возможности его преодолеть. Поверь во Христа Иисуса. Развлечение, богатство и мудрость, он все это соединяет и говорит, а что мне с этого, если я нагим иду к Богу? Эта идея есть в Новом Завете, апостол Павел, я вчера вам показывал в послании к Тимофею, но он берет ее из ветхого, это есть и в книге Иов, это есть и в книге Екклезиаст. Мы родились, ничего не принеся в этот мир, ничего с собой не заберем, ничего. А музыкальные инструменты, вам очень люблю вас. А вам Господь на небе обязательно подарит музыкальные инструменты, даже если таможня небесная не пустит вас с ними. Я думаю, на небе будут музыкальные инструменты. Я думаю. Отдельно для брата Иосифа будет озеро и рыбалка. Без рыбнадзора. И необходимости покупать лицензии. Если эта жизнь интересна, при грехе и несовершенстве, при болезнях, но мы цепляемся как-то за нее, говорим, что хотим быть на небе, но таблетки пьем, чтобы задержаться. Если даже здесь хочется остаться, будет хорошо, братья и сестры, и ради этого стоит жить. Прожив жизнь, короткую, но вроде бы яркую, Соломон хочет сказать, все это пустота. Так в чем ли подлинная радость? Отношения с Богом. Действия, направленные на умножение удовольствия в этом мире, суть пар, рассеющиеся в пространстве, и суета. Я приглашаю вас в 11 главу книги Екклезиаст. Удивительный текст. Если человек проживет много лет, к чему многие стремятся. Если человек проживет много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, и все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей. Да, окей, ты можешь так прожить. Некоторые так и живут. Вы знаете, как даже не дочитали Библию до конца, о, можно веселиться, читай до конца. И да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих только знай,
что за все это Бог приведет тебя на суд. Удаляй печаль от сердца твоего, уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. Это глупости, которые мы делаем в этот период жизни. Только потом, когда становимся взрослее. Эх, если бы я в 15 знал бы столько, сколько знаю в 40. Такое многие люди могут сказать. Видите ли, все это приходит со временем. Это удивительный текст. Знаете, что есть в книге «Экклезиаст»? Промежуточный вывод. И вот это будет, если хотите, стержнем наших последующих встреч. Мы вместе с вами будем рассказывать друг другу библейские тексты и разгадывать ребус, как эти тексты толковать и применять. Например, в могиле, куда ты пойдешь, нет размышления. Тот, кто из книги «Экклезиаст» выдергивает этот текст и говорит, что после смерти нет ничего, виновен в том, что не дочитал книгу до конца. Меня спросили, я проводил разбор Библии на эту тему, и меня спросили, брат Александр, а дочитали только до этой главы. Брат Александр, «Экклезиаст» не верил в загробную жизнь? Я сказал, почитайте дальше. Он верит, что будет суд. И верит, что от того, как мы прожили свою жизнь, зависит, что мы услышим на суде. А суд бессмысленно устраивать, если дальше нет жизни. Я понятно изложил свою мысль? Другими словами, суд, он должен не только для оценки прошлого, но это как-то должно сказаться и на будущем. Поэтому остановиться в книге «Экклезиаст» на промежуточных выводах, это значит не понять, что проповедник хотел сказать. Экклезиаст перебирает различные философские системы. Каким-то выводом пришел он сам, а что-то услышал от других, возможно, тоже претендующих на статус мудреца. И перечисляя различные мысли, он приходит к выводу, все это суета, кроме одного, приготовься к встрече с Богом. Есть смысл, как мы живем, есть смысл, как мы будем жить потом, в каком качестве, но все это даст Бог. Материал для следующих встреч. 12 глава. «Помни Создателя твоего от юности твоей. Вот сейчас с этого, с молодых ногтей, как говорят, с молодости, наведи порядок в своей жизни, молодой человек. Значит, отсюда надо начинать отношения с Богом. Оставить глупости в стороне и начать новую жизнь. Помни Создателя вне юности твоей. Хватит грешить и делать глупости, доколе не пришли тяжелые дни». Пишет человек, проживший жизнь. И не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Получавший удовольствие от всего и имея деньги, Экклезиаст теперь говорит, удовольствия ушли. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, пессимизм. Чуть ли не в каждой встрече. Я хотел бы предложить вам вот такой дорожный знак. О чем это предупреждение? Видели ли вы часто такие знаки в своей жизни? Да вряд ли, правда? О чем это предупреждение? Сбавьте скорость. Есть знаки «Осторожно, школа». Мы тут хорошо знаем. Штрафы, я так понимаю, большие, да? И даже подорожали. Окей. Осторожно, осторожно, пожилые люди. Дом для престарелых, какая-то зона, где медленно, не спеша. Вот здесь водители не должны говорить, что эти пешеходы, как черепахи ходят. Осторожный водитель, сам состаришься. Знак, предупреждающий, что приходит время, когда уже ничего не исправить, но еще можно попросить Бога о милости. Но ведь не все доживут, и жизнь заканчивается не тогда, когда бы мы хотели. Экклезиаст – это философский взгляд на жизнь. Это попытка понять, что второй раз прожить не дадут. Есть смысл нам вот так собираться и читать эту книгу, размышлять над ней. Как понять эти тексты? Задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы. Руки, ноги есть, а способности уже не те.
перестанут молоть мелющие. Ну, поездки в Молдову ради того, чтобы починить мелющие, это знакомая тема для иммигрантов. А, Молдова или Мексика. Их немного осталось. И представляете, какой уровень стоматологии был в те времена? Он знает, о чем пишет. Помрачаться, смотрящие в окно. Брат Борис, знакомая тема. Разрешите, я не буду все детали толковать, хорошо? Простите. 18+. Вы можете читать. Запираться будут двери на улицу, замолкнет звук жердова, будет вставать человек по крику петуха, замолкнут черепенье, высоты будут им страшны, на дороге ужас, и любая новость будет восприниматься острее, чем раньше. В молодости как-то, пройдет, проскочим. А тут вдруг, когда у самого сил мало, тревожные новости, поэтому, наверное, к старости меньше надо смотреть телевизор и читать газеты, а больше Библию. Доверяться Богу. Зацветет миндаль, седина на висках. Я не буду комментировать все строчки, которые есть перед вами. Отяжелеет кузнечик, рассыплется каперс, отходит человек в вечный дом, готова окружить его по улице плакальщицы. Порвалась серебряная цепочка, в концовке он говорит о том, что нельзя восстановить. По его мнению, порвалась серебряная цепочка, разорвалась золотая повязка, разбился кувшин источника, обрушилось колесо над колодцем. В метафорах мы видим законченную земную жизнь. Читая эту книгу, я человек средних лет или уже перешагнувший за среднюю линию, вижу мудрость, предложенную нам на страницах Священного Писания. Почему бы сейчас не начать жить достойно, чтобы не бояться того дня, когда порвется цепочка? Правда? Не бояться того дня, когда безвозвратно и окончательно сломается кувшин, и никто его не восстановит. Встреча с Богом впереди. И мы с вами обратимся к библейскому тексту Экклезиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, значит, все-таки будет спрос за прожитую жизнь. Все тайное. Почему написано тайное? Здесь можно обойти. Все тайное станет явным, Христос продублирует мысли с книги Экклезиаст. Я предлагаю всем, и тем, кто помоложе, и тем, кто постарше, привести жизнь в порядок. И пусть над этим тайным и стыдным будет написано «прощен». И пусть над этим тайным и стыдным будет написано «кровь Христа омыла меня». Но если этого не сделать, все тайное станет явным. Кажется человеку, что он может обойти. Обойти систему, обойти полицию, обойти взрослых, обойти родителей, обойти то, что получалось здесь. Не получится при встрече с Богом. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Современные переводы Бога не обвести вокруг пальца и ему не соврать. И то, что у вас проходило в беседе с другими людьми, не пройдет в общении с Богом. Он все знает. И разговоры в начале творения, разговоры Бога с Адамом, это предложение к покаянию. Адам, где ты? Бог ли не знал, где Адам? Вопрос, не ел ли ты от дерева, это не вопросы незнания, а предложение к покаянию. Где ты? Вопрос, где ты, location, это не всегда место, где ты, где ты. Можно определить легко, где ты в собрании, где ты дома, где ты за рулем, где ты в магазине, на рыбалке, где ты, это состояние души. Неважно, где ты физически, что там внутри, где ты, на территории света или на территории тьмы. Нельзя погибать за компанию. Я знаю людей, которые пытались вытянуть других, поэтому не спешили выходить с территории тьмы, думая им там помочь. Не поможете. Выходи на свет и спасай, если можешь. Священное Писание напоминает о коллективной ответственности.
«Я сторож моему брату», Авель, Каин. И при этом Священное же Писание напоминает об индивидуальной ответственности. Каждый за себя даст отчет перед Богом. «Иди на территорию свет». Мы с вами размышляем о вечности, мы с вами говорим об основных вещах, и я хочу все-таки предложить еще раз посмотреть на эти тексты. Просто посмотрите на них. Безвозвратность, неповторимость. Не на все есть second chance. Мы любим об этом говорить. Second chance, второй шанс. Не всегда есть второй шанс. Эти строки остаются в вашей памяти. Посмотрите, пожалуйста, на этот текст. И я хотел бы предложить вот здесь остановиться. Сущность всего, если хотите, смысл жизни, приготовиться к встрече с Богом. Несколько слов из псалма. Удивительный псалом, псалом 126. Можете отдохнуть и послушать. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Подчеркните, пожалуйста, слово «напрасно». Слово, используемое в книге «Экклезиаст», на самом деле встречается и во многих других отрывках Священного Писания. Концепция суеты, бесполезности, суетности, ненужности, бессмысленности, напрасности, она отмечена во многих других текстах. Другими словами, Дух Святой предупреждает нас, людей, меня, каждого из нас, о напрасности многих вещей. Строительство – это важный аспект нашей жизни. Благослови вас Бог в строительстве церкви, как здание. Благослови вас Бог в строительстве ваших домов, как зданий. Но да поможет нам Бог устраивать свои дома изнутри. Построить свой дом изнутри – это иметь добрые отношения между родителями, детьми, между детьми. И Бога пригласить к этому строительству без него не получится. Напрасность провозглашается во многих текстах Библии. Экклезиаст чаще всего лишь в 12 главах, часто говорит о напрасности, подавая это как суету. Так что же такое жизнь вне суеты? Когда мы говорим о наших размышлениях над будущим, а для этого в теологии есть целый департамент, эсхатология, эсхатос – это последний, логия – учение, доктрина о, эсхатология – учение о последнем времени. Отсюда и дальше, ведь первый и второй блок я назвал, и это есть и в интернете, «Побег от суеты». Вот отсюда и дальше мы переходим к основному названию, которое переводится просто «человек перед лицом вечности». Побег от суеты – это убежать от напрасности и переключить свою жизнь на вечные ценности. Жизнь дана, чтобы приготовиться к встрече с Богом. Давайте рассмотрим ее в таком ключе. С какого времени начинать? Если человек достаточно взрослый, вот что значит человек понимающий? Я не беру атеистическое деление. Homo erectus, homo sapiens, человек прямоходящий, человек разумный. Я говорю о нас, библейским языком пользуясь, мы образы подобия Божьего. Что значит быть взрослым? Если человек достаточно взрослый, чтобы понять, что такое грех, он достаточно взрослый, и чтобы покаяться. Вот отсюда начинается взрослость, от понимания личной ответственности. Не спрячешься за другого. Можно спрятаться за словами «нам не сказали», «нас не предупредили», когда и сказали, и предупредили «добро пожаловать во взрослую жизнь». Здесь начинается личная ответственность перед Богом. И отсюда начинается отчет, понимание, что жизнь дана, и я не знаю, кому сколько лет. Вспомним бизнесмена, который говорит:
построю новые амбары, потому что в старые не помещается собранный урожай. Много добра лежит у тебя, душа, на многие годы. Ну что же, вот она, радость на перспективу. Безумный, в сию же ночь приду и возьму жизнь твою у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Христос рассказал эту историю. Знаете про кого? Про того, кто не понял книгу Екклезиаста. Вот она, правда жизни. Этой книге до Христа было уже тысячи лет, но каждое поколение выбрасывает на поверхность людей, которые немудро распоряжаются жизнью. Я не знаю, кто сколько проживет. Длина жизни имеет меньшее значение по сравнению с качеством жизни. Важно, как проживем. Жизнь как возможность приготовиться к встрече с Богом. А вот отсюда и дальше, от блока побега от суеты, мы будем переключаться к размышлению над вопросами, касающимися приготовления к вечности. Эта тема серьезная. Эсхатология. Религиозное учение о конце света, о последнем времени, входящее составной частью во многие мировые религии. Иудаизм, христианство, ислам. В этих трех авраамических религиях есть разговоры на тему смерти, перехода и встречи с Богом. Каждая религия по-своему пытается человека приготовить, но мы имеем полноту откровения об этом вопросе. Тот, кто победил смерть, знает, как нам ее обрести. Мы идем за Иисусом Христом. У эсхатологии есть разные названия. Футурология, от английского слова future, возможность поговорить о будущем. Экономисты этим занимаются, например, движение рынка, что будет завтра, во что стоит вкладывать или во что не стоит вкладывать деньги и так далее, и так далее. Это мир экономики и бизнеса. Апокалиптика, этот жанр говорит о том, что Бог приоткрывает, поэтому последняя книга Библии так и называется «Апокалипсис». С греческого языка глагол «апокалюпто» – это «открывать». Апокалипсис – это то, что открывает Бог. Наш Бог настолько нас любит, что предупреждает обо всем, как минимум о главном. И про то, что будет суд у Белого престола, и про то, что откроются книги, и про то, что будет судим каждый по написанному в книгах, и про то, что нам думается, что мы спрятали, там это уже записано. Стереть это оттуда можно сейчас, через покаяние и принятие крови Иисуса Христа. Поэтому разговоры на тему «давайте покаяйся» – это не праздные разговоры, это все еще приготовление каждого из нас к вечности и встрече с Богом. Что касается миллинаристской апокалиптики или хелиазм по-гречески, это разговоры о тысячелетнем царстве. Каким оно будет, будет ли, и так далее, и так далее. В этих беседах я хочу одновременно показать, что развитие эсхатологической мысли идет в нескольких направлениях. Например, можно с библейской точки зрения, исторической, богословской, философской, культурной говорить о конце времен. В церкви, не в университете, когда я популяризирую богословие в церквях, я останавливаюсь на библейских стихах, отсекая другие возможности поговорить на эту тему и сужаю все до двух положений, который меня интересует. Убирая в сторону спекулятивную эсхатологию, я остаюсь на самом главном. Общая эсхатология. Пункт второй, прямо посередине. Общая – это что будет с этим миром, интересно, когда Христос придет, будет ли великая скорбь. Сколько разговоров на эту тему, все они важны, и мы, христиане, разных направлений, римо-католическая, православная или протестантские, какие-то церкви и конфессии размышляют на эту тему. Первая позиция – это личная эсхатология. Пока я размышляю на тему того, будет ли великая скорбь, моя жизнь может закончиться сегодня. Поэтому я по весу и важности для каждого человека по отдельности поставил бы личную эсхатологию. Другими словами, будет ли тысячелетнее царство – это вопрос будущего. А что я скажу Богу, если сегодня предстану перед Ним – это вопрос настоящего. Поэтому православный человек использовал и использует следующее выражение. Вот представился раб твой. Они так говорят. Что это значит? Они говорят, умер, представился. Что это значит? Ты перешел и стал перед Богом. Ну, встань передо мной и отвечай, как прожил жизнь. Они не говорят о смерти.
Причем здесь длительность и форма перехода, если важнее, что я скажу ему? Вот на чем стоило бы сфокусировать свое внимание. Готовность к встрече с Богом. Часы идут. Часы собрания, часы этого богослужения? Нет, нашей жизни. К концу собрания на полтора часа жизни будет меньше. На полтора часа меньше, чтобы что-то сделать великое или какие-то грехи оставить. Правильное отношение ко времени – это и есть приготовиться к вечности. Хотите совсем загадочный текст, книга Откровения, и времени уже не будет. Как понять этот текст? Экклезиаст дает нам возможность поговорить о времени еще за 1000 лет до Рождества Христова. Итак, я приглашаю вас к размышлению над Божьим Словом. Приготовьтесь, пожалуйста. Унесите это с собой домой. Евангельские христиане-баптисты имеют определенную интерпретацию этих текстов. Рядом есть другие виды интерпретации. У нас будет пересекаться, я могу с огромным уважением относиться к адвентистам седьмого дня, но при этом я признаю, мы по-разному понимаем определенные положения. Свидетели Иеговы еще радикальнее и еретически подающие различные учения Библии, отвержение божественности Христа, отвержение Святой Троицы и так далее, и дальше по списку, что не является целью наших встреч, все-таки исповедуют, что после смерти будет сон, потом будет легкий суд, в том смысле, что ада как наказание за грехи людей нет. Так почему же при одной Библии так мало понимания между теми, кто говорят, что дорожат книгами Библии? Я даю вам сейчас этот текст, который уже вы слышали. Я вас приготовил к этой дискуссии. Экклезиаст 9 глава. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, а ты туда пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Eu aș vrea să fac un cadou pentru vorbitorii de limba română ca să vedeți cum acest gând este propus și în variant română a textului. Если вы не поняли, что я сказал, это не для вас было. Посмотрите, пожалуйста, то есть нельзя сказать, что перевод не точен или еще что-то в обоих языках, а здесь есть те, кто владеет румынским языком, молдавским языком, вам как удобно, чтобы не устроить проблему. În locuința morților, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Это Ecclesiast, это Соломон, получивший от Бога мудрость. Это правда, что после смерти нет мысли? Если остановиться вот здесь, будет очень сложно понять, что имел в виду Ecclesiast. Читаем книгу до конца. Все, что может рука твоя по силам делать, делай и помни. Всякое дело Бог приведет на суд. Хорошо ли оно и плохо? Это концовка книги. Что это за мысли? До концовки. Это мысли, которые отображают позиции, которые среди людей встречаются. Кстати, это не обязательно позиция Соломона. Он перечисляет существующие позиции, и эти позиции есть и сегодня. Как я сказал, есть ли сегодня люди, которые так думают? Есть. Согласен ли с ними Соломон? Не до конца. Потому что все действительно умрут, а вот что дальше? Итак, я верну русский перевод, посмотрите, пожалуйста, еще раз на него. Так что же потом, за порогом? У нас есть определенные тексты для размышлений, вопросы к текстам, и я хочу вам их сейчас задать. Итак, нам с вами сегодня и последующие дни, помоги Господи, надо будет поразмышлять и разобраться в следующих вопросах. Смерть и промежуточное состояние. Что после смерти и до суда? Состояние души после смерти. Человек умирает, но суд не сразу. А что происходит между? Ведь суд потом, когда умрут все или придет Христос, а вот между, сразу после смерти. Говорит ли Библия что-либо об этом? И именно что нам с вами нужно уметь разъяснять?
Давайте посмотрим, как сжато апостол Павел на суде апологетические тексты, исторические тексты в книге «Деяния» показывают, как это было. Итак, «Деяния апостолов», 24 глава, Кесария Иродова или Кесария Приморская, Павел на суде. Мы с вами прочитаем несколько текстов. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей, едиянкою, призвал Павла и слушал его о вере в Христа Иисуса». Язычник Феликс. И как он говорил о правде, проповедь Павла, и как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, Феликс пришел в страх. Что язычнику до еврейских верований, правда? Можно было бы успокоиться, спокойно выслушать Павла и сказать, ну, вы иудеи, совсем странный. Но у него жена была еврейка, иудеянка. От нее он как минимум знал основы того, во что верят евреи. И когда Павел со всей серьезностью, опираясь на воскресшего Иисуса, утверждает, что есть смысл правильно жить, воздержание. Это серьезная составляющая, о которой нам надо говорить. Три вещи. Вот если бы вы проповедовали перед римской властью, какая бы была эта проповедь? Представьте, нас за веру в Иисуса связали и повели давать отчет перед властями. О чем бы вы говорили? Павел выбирает из всего материала три вещи. Он проповедовал о правде, правда Божья, и Христос для нас является истиной, о которой мы прежде всего проповедуем. Воздержание надо уметь ради этой правды от чего-то отказываться. Почему? Потому что потом суд. И Феликс не махнул рукой. Феликс не сказал, что это глупости. Феликс пришел в страх. Страх, который должен быть у каждого верующего, теперь есть у него. Но страх страху рознь. Есть люди боятся, но не меняют свое поведение. Есть люди, которые боятся и меняют свое поведение. Другими словами, испугался и сделал выводы. Нет, испугался и полез в петлю. Это Феликс. Они звали Павла, чтобы побеседовать с ними. И страшно, но заработать хотелось. Там читаешь в тексте, что они часто с ним общались. Зачем? Думали, что он даст им денег. Что обычно так и происходило. Ты попадаешь в руки судебной системы, коррупция, можно заплатить и отпустить. В принципе, они этого и хотели. А Павел и не думает выйти на свободу. Он вообще говорит, вы меня кормите, а я вам буду проповедовать. Он думает о спасении их, что можно проследить в этих текстах. Возьмите на дом себе этот текст. Посмотрите, как Павел смело проповедует, показывая, что он не виноват ни перед иудеями, ни перед законом иудейским. Какая же моя вина? Ведь иудейский закон говорит, что в мир должен прийти Мессия. Я его принял. В чем моя вина, если об этом говорили даже наши отцы? Не согласиться с этим. Это и есть пойти против закона иудейского. Павел смел, как лев. Мудр, смел, уверен в том, что он говорит, и он проповедует. Что есть правда, есть воздержание, есть суд. Эта проповедь, мне кажется, не потеряла своей актуальности, особенно для современного западного мира. Я беру и Америку, беру и Европу, кое себя причисляю. Правда? Есть правда Божья, явленная во Христе, истина во плоти. Есть воздержание. Это один из аспектов плода Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость. Все любят подчеркивать эти вещи. Воздержание. Греческое слово «энкратея». Воздержание – самоконтроль, self-control, степнире десине, саум френаре, интрутекаре ворбеск румыне. А апаса, латим, пифрыны, коснути дуком покат. Воздержание, контроль, умение говорить греху нет, а Богу да. Почему в этом есть смысл? Потому что все пристанем на суд Божий. Три вещи, которые я попросил бы вас сегодня запомнить. Если у нас есть правильные ответы на вопрос, что есть правда, или кто есть правда, кто есть истина, если у нас есть жизнь в соответствии с воздержанием, а значит Дух Святой работает в нас и есть, 9 аспектов плода Духа, то не страшно идти навстречу с Богом. У Иоанна это подано просто. Апостол Иоанн, дабы не постыдиться нам, когда наши взгляды встретятся, правда? Когда готов, не стыдно.
Сделал домашнее задание. Идешь в школу. Даже встал пораньше. Почему? Смел, как лев. Учительница смотрит, кого спросить. А ты даже сам руку тянешь. Почему? Уверен. И даже обидно, если не спросит. Ну, я понимаю, что вы все отличниками были и знаете, о чем я говорю. Когда задание... Нужна вода. Когда задание не сделано, прячься под парту. Вы не знаете, о чем я, потому что вы никогда этого не делали. У меня был преподаватель по математике. Я еще до армии колледж закончил технический. Я закончил технический колледж, умею читать чертежи, создавать какие-то схемы. Я отучился, чтобы понять, что не этим в жизни хочу заниматься. Ну, такое иногда тоже было. Простите, пожалуйста. Вы знаете, что такое, когда вот так смотрите? Как это называется в преподавательском мире? Ищу жертву. Не очки, а прямо прицел снайперский. И все пытаются убрать взгляд куда-то в сторону, чтобы, не дай бог, не встретились взгляды, потому что он ищет того, кто готов бросить ему вызов. Ах, ты посмотрел к доске. И если удавалось в жизни с невыполненным домашним заданием проскочить и сказать, меня сегодня не спросили, то вот этот текст говорит, что суда Божьего не избежать. И Бог не будет вот так вот смотреть. Вы знаете, что мы фактически, живя на земле, сами решаем, как нас судить. Вы знаете об этом? Процитирую текст. Если не простите, то и вам не простится. Как хотите, чтобы поступали с вами, так и поступайте и вы. И списки еще можно продолжить. Могу даже попросить вас поискать такие тексты. Что это значит? Что посеять, то и пожнет. Сея, мы выбираем, какой спрос будет с нас. Вы представляете? Слово, которое сказал Бог, оно будет судить нас. Наше отношение к слову и есть. Мы сами будто бы просим Бога судить нас именно так. Не вините Бога за строгость. Мы выбираем эту строгость. Хотите помягче? Так выбирайте милость, выбирайте прощение. Эти тексты просты. Для чего мы читаем Писание? Мы готовимся к встрече с Богом. Эти лекции отсюда и дальше – это возможность понять. Я повторю это еще раз. Жизнь как подарок, Библия как подарок, чтобы приготовиться к вечности. Второе послание Коринфянам, глава 5. Апостол Павел пишет Коринфской церкви. Итак, зная страх Господень, он говорит так, будто бы им уже все известно. Вот бывает, люди о страхе не знают. Павел Феликсу говорит о суде, и на него напал страх. Коринфянам Павел пишет по-другому. Итак, вы знаете страх Божий. И зная страх Господень, и мы знаем, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Есть ли страх Божий в этом тексте? Есть. Есть ли страх Божий или страх перед Богом в тексте книги Деяний? Есть. А говорит ли Экклезиаст о страхе Божьем? Говорит. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. Тема, поднятая в книге Экклезиаст, она есть у Павла и в беседе с Феликсом, и в беседе с Коринфянами. Другими словами, если Экклезиаст в притче мудрец Соломон в книге Притчи, в книге Экклезиаст говорит о страхе, то сейчас мы о страхе говорим, будто бы это всем известная истина. Какой должна быть церковь? Книга Деяния апостолов, 9 глава. Стих, который я хочу вам предложить, где Павел уже изменился. 9 глава, покаяние Павла, 31 стих. Церкви по всей Иудее, Галилее, Самарии и в Такоме были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, при утешении от Святого Духа умножались. В чем должна пребывать церковь? В страхе Господнем. Почему я произнес такому? Потому что я мог бы сюда любой населенный пункт поместить. Это фактически формула для христианской жизни. Бог утешает, способствует умножению верующих при условии,
что они пребывают в страхе перед Ним. Прочитайте, пожалуйста, вместе со мной. Ничего из плодов человеческих не сохранится, если это не сделано во имя Божье. Все, что делает человек, исчезнет вместе с ним. Все, что делает Бог, живет вечно. Эти строки, они в моем сердце идут вместе с книгой «Экклезиаст». Если свести к простым фразам, что хотел сказать автор этой книги, он хотел нам это сказать. Все суета, кроме отношений с Богом. И то, что делает Бог, это то, что не исчезнет никогда. Никогда деяния Божьи, красивые, чистые, светлые, не превратятся в пар, а значит, ради этого стоит жить. Восточная мудрость так или иначе пыталась ответить на те вопросы, которые мы ставим перед собой. Я приглашаю вас к следующей цитате. Философ, мудрец Омар Хайям. «Я познание сделал своим ремеслом. Я знаком с высшей правдой и низменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете, кроме смерти, завязанной мертвым узлом». Эти слова были написаны в XI веке, 1000 лет назад. Омар Хайям, я прочитаю еще кое-что отсюда. «Много лет размышлял я над жизнью земной». Мусульманин пишет. «Много лет я размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последняя правда, открытая мной. Я познание сделал своим ремеслом, я знаком с высшей правдой, с низменным злом. Все тугие узлы развязал я на свете, кроме смерти, завязанной мертвым узлом. Те, что веруют слепо, пути не найдут. Тех, кто мыслит, сомнения вечно гнетут. Опасаясь, что голос раздастся однажды, о невежды, дорога не там и не тут». Омар Хайям, будучи философом, религиозным философом, приходит к определенному тупику. Буквально спрашивает, а что есть дорога? У христиан есть ответ. За 1000 лет до рождения Омара Хайяма Христос победил смерть и представил себя человечеству как единственный путь. Он есть путь, по нему идут. Он есть истина, значит, вне его только ложь. Он есть жизнь, вне Христа только смерть. Потому Петр, подшедший за Иисусом Христом, скажет, и об этом записано в книге «Деяния», нет другого имени под небом, данного человеком для спасения, кроме Иисуса Христа. Мусульманин запутался. Он ставит правильный вопрос, но у него априори нет возможности на эти вопросы правильно ответить, если он отвергает Иисуса Христа. Мы не только богаты тем, что знаем Иисус, мы еще ответственны за то, чтобы об этом Иисусе рассказывать другим. Поэтому свою жизнь я посвятил именно этому, свидетельству о Христе, тем, кто не знает о Нем, или те, кто не до конца осознал всю серьезность встречи со Христом. Вам я предлагаю вот такую фразу. И пусть она будет возможностью немножко размяться сейчас, ведь это все-таки семинар. Как вы относитесь к поговорке «чему быть, того не миновать»? Есть такая поговорка? Да. Христианство приходит на земле Киевской Руси, позже распространяется среди славянских народов, и при этом языческие мысли так или иначе господствовали. Другими словами, свобода во Христе или судьба и неотвратимость судьбы. Фраза «чему быть, тому не миновать» будто бы останавливает нас в развитии, будто бы не надо даже меняться, потому что все будет, как оно будет. Эта фраза может сгубить человеческую душу, которая думает, что она обречена. Пока ты жив, ты свободен. Свободен не от греха, нет, от греха освобождает только Бог. Свободен принять предложение Бога о прощении. Чему быть, того не миновать. Мы с вами приближаемся к разговорам на тему состояния души после смерти. Итак, я вас прошу, а вы ответьте. Представьте, что я человек,
который встретился вам на жизненном пути, и я хочу вас спросить. Все люди умирают? В принципе, все, хотя Библия говорит, что Енох и Илия единственные за всю историю люди, которые не прошли через смерть. И третья категория. Енох, Илия и кого я упустил? Когда проповедник хочет сделать глоток воды, он задает вопрос аудитории. Енох, Илия и кого я пропустил? Скорее всего, вы думаете о прошлом. В голове есть правильный ответ, что в принципе все уже было сказано, но при этом где-то ощущая подвох, боишься сказать правильную версию. Просто согласитесь. И все-таки я не о прошлом, а о будущем. Одна категория – это Илия, вторая категория – это Енох, не прошедший через смерть в прошлом. Разговоры о том, что они могут пройти через смерть в будущем, есть для тех, кто размышляет на тему двух свидетелей из книги Откровения. Что, если это про них? Так вот, третья категория – это церковь. Говорю вам тайну, не все умрем, но все изменимся. Енох и Илия – это прецедент того, что Бог может избавить от смерти. А такое возможно? Да. Легче поверить, как я вчера говорил, во что-то новое, если это уже было. Третья категория – это категория будущего. В послании к Коринфянам, в 15 главе, мы с вами читаем слова апостола Павла, которым он пытается ободрить размышляющих над жизнью, смертью и воскресением. Говорю вам тайну, не все умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе. Во мгновение ока, и этот эксперимент в Церкви Благодать мы уже проводили. Мы сейчас его еще раз проведем для нового поколения, которое выросло. Хорошо? Знаю, что вы сегодня многие работали. Я буду учитывать это, потому что если я попрошу вас закрыть глаза, боюсь услышать храп. Поэтому будем делать это быстро. Хорошо? Итак, пожалуйста, по слову 3-4, вот по подсчету 3-4. Один раз просто закройте глаза, то есть моргните глазами. Давайте сделаем это вместе. 3-4. Церкви нет. И заберет он во мгновение ока. Сколько успеете исправить? Сколько я успею исправить? Вернуть долги? Покаяться? Начать жизнь заново? Готовиться к встрече с Богом надо всегда. Потому что, когда вот это придет, ничего мы не сможем изменить. Давайте жить так, чтобы даже не хотелось ничего менять. Даже если бы узнал, что восхищение будет завтра. По секрету, восхищение будет завтра. Ну и что? Чем ты собираешься заняться сегодня? Чем ты собираешься заняться сегодня, если знаешь, что восхищение будет завтра? Ничем особенным. Да, но завтра восхищение. А я всегда правильно живу. Зачем мне что-либо менять? Это Мартин Лютер. Говорят, когда его об этом спросили, он сказал, я бы посадил дерево. Говорит, смысл? А он говорит, а я просто всегда сажал деревья, потому что мне это нравится. Другими словами, когда красиво живешь, зачем что-то менять? Ну, разве что напоследок, так сказать, еще раз, Алина, сварить хороший суп мужу. Она хорошо готовит. Господи, приготовь нас к встрече с Тобой. Эти встречи для этого. Но я вернусь к тяжелому вопросу из книги «Экклезиаст». Так что бы мы сказали человеку, который встретится вот так на улице, я дал вам время приготовиться к этому вопросу, и он просто спросит нас, а вот человек умирает, что дальше? Это серьезный вопрос для нас, и я приглашаю вас в несколько текстов, и сегодня мы остановимся, у нас есть еще время, мы остановимся на некоторых текстах, хотя бы очень интересный текст из книги пророка Ионы. «Объяли меня воды до души моей, бездна, заключила меня морскую травой, обвита голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек загородила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Итак, вопрос, дорогая аудитория, что такое ад для Ионы в данном случае? Что такое ад? Он умер? Нет. Он думает, что почти умер, или еще, будучи живым, думает, что шансов выбраться у него нет. Но какое слово он выбирает? Синодальный перевод это так и подает, потому что еврейское слово «шиол». У нас есть разные еврейские тексты, которые подают все это как, хотите, яма, хотите, путь всей земли, хотите, путь, откуда не возвращаются, хотите, темное место.
Ветхий Завет в различных метафорах подает, в принципе, место, откуда возврата нет. Иона уже использует слово «ад», хотя еще жив. Мы же не говорим, что Бог Иону воскресил из мертвых, правда? Иона называет предсмертную часть своего бытия уже адом. То есть он думает, что шансов нет. Как по-разному слово «ад» подается в Ветхом Завете. Вот еще один текст я предлагаю вам для размышления, Иов, 10 глава. «И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как бы не бывший, из чрева перенесен был бы во гроб. Не малы ли дни мои, оставят, ступи от меня, чтобы я немного ободрился». Здесь есть слово «гроб». У нас в Библии появляется слово «ад», у нас в Библии здесь появляется слово «гроб», 10 глава. «Прежде, нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и тени смертные». Какие еще словосочетания появляются и метафоры? «Страна тьмы и сени» или «тени», современный перевод, «тени смертные». «В страну мрака, каков есть мрак, тени смертные, где нет устройства, где темно, где самая тьма». По представлению еврея, до прихода Христа в мир, загробный мир существует, и подается он как место не очень веселое. Сегодня при жизни надо это изучать. Если все Писание богодухновенно и полезно, то эти тексты вносят в свой вклад в воспитание меня. И при этом, в отличие от иудаизма, у меня есть еще есть богатство текстов Нового Завета. Какие тексты Нового Завета вы могли бы использовать для разговора на эту тему? Но пока мы в книгах Завета Ветхого, Иезекииль, глава 31. Определенный язык метафор – это для того, чтобы никакие дерева при водах не величились высоким ростом своим, и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. В преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Метафорическим языком пророк рассказывает о людях, сравнивает их с деревьями, где одно дерево гордится перед другим, будто бы расти будет вечно, и никто его не срубит. И переход от деревьев к людям. Такие и люди думают, что великие, но смерть уравняет всех. Тексты Ветхого Завета, говорящие о том, что будет. Удивительный текст книги пророка Исаия, друзья. «А живут мертвецы твои». Вот этот текст используется как предвестник воскресения. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте, торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Ветхий Завет не только говорит о смерти различными способами, Ветхий Завет предрекает эру победы над смертью. Земля извергнет мертвецов. Другими словами, когда мы думаем, а буду жить как попало, а потом все равно исчезну. Нет, потом тебя поднимут и спросят. А теперь вопрос. А следующий текст, 20-й, о чем? Когда я преподаю эсхатологию в университете, я 19-й подаю вместе 20-й. Между ними есть связь. Удивительный текст. И христиане, размышляющие о великой скорби, о восхищении церкви, обращают внимание на этот текст. Если вы находитесь среди этих толкователей, то этот текст должен быть для вас. Следующий текст – обещание Бога спрятать людей от наказания на время, пока по земле не прокатится гнев. Ветхий Завет, даже без книг Нового Завета, говорит достаточно много о жизни, о смысле жизни, о приготовлении к встрече с Богом, о смерти, о воскресении и о желании Бога своих спасти от того гнева, который обрушится на других.
Это серьезные тексты, ободряющие нас и дающие понять, что все под контролем всемогущего Бога. Итак, на простой вопрос, что есть смерть и промежуточное состояние? Что мы можем сказать о состоянии души после смерти? Об этом мы, христиане 21 века, должны уметь говорить. Отвечать себе, если я себе не могу объяснить, как я объясню это другому? Сумел объяснить себе, опираясь на тексты Библии, свидетельствую другим, чтобы неправильно распорядили жизнью. Объяснять это детям, объяснять несогласным, провозглашать наше понимание евангельских христиан-баптистов, наше понимание вопроса загробной жизни, вопроса промежуточного состояния между смертью и окончательным судом, возможностью рассказывать о том, что будет после последнего суда. У нас есть различные концепции для этого. Прочитать-то мы их можем. А вот как на них ответить? Итак, в заключение этого блока даю две крайности. Универсализм. Что бы ни делал человек, спасутся все равно абсолютно все. Это ваш взгляд? Это не мой взгляд, но он существует. Что такое аннигиляционизм? Annihilation. После смерти грешников просто уничтожат, и само наказание за прожитую жизнь будет сама смерть, а не вечные муки. Итак, первый взгляд. Спасутся абсолютно все, потому что Бог добр. Второй взгляд. После смерти люди будут наказаны, все не спасутся, но будут наказаны и тем, что они просто исчезнут навсегда. Какой из взглядов ваш? Я отвечу. Среди моих взглядов нет ни первого, ни второго. Какого взгляда придерживаюсь я? Приходите в воскресенье. И мы продолжим с вами размышления на эту тему, а домашнее задание сейчас будет перед вами. Итак, пожалуйста, дорогие знатоки. Домашнее задание. Если не универсализм, если не агилиционизм, ожидает ли грешников сознательное наказание после прожитой жизни? Будет ли это наказание вечно? О, вот это уже ближе к моему взгляду или к традиционному баптистскому взгляду. Это ваш взгляд? Теперь самое сложное. Если это ваш взгляд, вы можете подтвердить его Писание? Вот в этом и сложность. Традиционно мы часто что-либо говорим, но не можем или трудно. Иногда находим библейские тексты. Ну, конечно, здесь специалисты, и вы легко это сделать. Тогда помогите тем, кто этого не знает. Что лежит в основании учения, что за прожитую жизнь будет спрос? Что лежит в основании того учения, что Бог не просто уничтожит, а спросит, и этот спрос будет вечным наказанием и мучением? Что лежит в основании этого? Если есть библейские тексты, то мы должны их знать и предупреждать других. Павел проповедовал о правде, о воздержании и о суде. Если меня спросят, каким будет этот суд, каковы последствия этого суда, то я хочу быть способным развернуть ответ на этот вопрос, чтобы показать, потому что Библия предупреждает, готовит для принявших жертву Христову одна участь, для непринявших другая. Помоги нам, Бог, дорожить истиной, открытой в Библии, помнить, что во Христе Иисусе мы можем иметь спасение и знать всю правду о душе, о смерти и о суде, чтобы хотя бы кого-то этой правдой оградить от вечного наказания. Помоги, Господи.